Я выбираю песню, а тут какая-то очень странная, все песенки. Всем привет, друзья, товарищи. Сегодня я проснулась, улыбнулась. Ну или не улыбнулась. Ладно. Почему у меня все еще предыдущий чат виден? Ну ладно. Быстро? Ничего себе, быстро? Ну это хорошо, если быстро. Всем привет. Всем привет, друзья, товарищи. Всем привет. В целом мире торжество, наступило Рождество. Да, кстати. Окей. У меня тоже торжество. Свое. Меня зовут... Окей. Чё, какая-то нормальная? Переехал в новый город. Да что опять эти шутки, ребят? Опять эти шутки вы своими. Красновато, маловато. Будут... Нет. Сегодня прям... Да нет, да я обычная. Я сделала макияж себе тут. Со стразинками. Привет, Пердоу. Такие песни, блин, у меня, конечно. Ну ладно. Это не мои, я не сама игра. Сегодня праздник и чат. Ну, типа. Я даже не знаю, как на это реагировать. Ну, поздравляю, Макса! Короче, торт у меня в холодосе стоит. Блин. Вы вчера его заснули? Нет, вообще нет. Все было хорошо. Но я там украшения все сняла. Все съела. Вот. Но нет, я не все съела. Такая заторможенная? Да нет, не заторможенная. Я, не знаю, обычная. Я только проснулась. Мне еще не нравится, что у нас солнце выглядывает. Я из-за этого солнца никуда спрятаться не могу. Сколько сегодня, не знаю. Наверное, подольше. Чуть-чуть. Хотя бы на часик. А не как в прошлый раз. Вот. Короче... Я хотела взять какое-то, ну, типа, для празднования детское шампанское, но у нас в магазинах ничего нет. Зачем прятаться от этого, не надо зубы выпадать? Не знаю. Просто. Блин, я как будто вот только-только встала. На самом деле, примерно так и есть. Я недавно только проснулась. Солнце и так мало зимой, да? Ну, блин! Ну, солнечный свет меня раздражает. Нет, если я на улице, то хорошо. Но если утром солнце светит, значит, будет холодно. Значит, мороз на улице. А я не люблю мороз. Блин, у меня уши чешутся. К чему это? Меня кто-то обсуждает опять или что? К чему это? Чешутся уши. К чему это? Приметы какие? Чешутся... Уши, приметы. К чему учиться? Трактовка по полу и возрасту. Для женщин. Появление недоброжелателя. У меня и так их полно, куда мне их еще? Небольшие трудности. Ну ладно, нанесение ответственности за слово.
Хорошо. Неправильные суждения от лица женщин в сторону других людей. Про меня сейчас какая-то девушка, да, ну, плохие вещи говорит. Окей. Я верю своим ушам и приметам народным. Так, если вы девушка, вы перестанете про меня всякий бред нести, так скажем. Нет, мы ничего не взяли. Мне ничего не понравилось. Просто смотрящих. Утренний. Да это не утренний, это... Это какое утро? Уже 12. Какое утро? Что за песня у меня играет? Я не понимаю. Можно, пожалуйста, какие-то нормальные? Вот что это такое? Вынырнула. Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто. Я шоколадный заяц. Сработало, да? Сработало? Спасибо большое. Сработало, да? Сработало, да? Спасибо большое. Ой. Ой, спасибо за холл, ребят. Мы так скоро уже 6к доберем. Подождите, мы еще 5к не отпраздновали. Бизнесмен. Ну, типа, да. Так. Ну, я, короче, вообще, вы меня не судите строго. Я не кулинар. У меня рисовать получается лучше, чем кулинарить. Поэтому что получилось, то получилось. Слава богу, я это делала не на стриме, потому что если бы я делала на стриме, это был бы кошмар. Ой. Ой, привет. Как в холодильнике поживает? Нормально. Я, короче, я не кулинар, повторюсь. Там, честно, вот я когда готовила... Я там чуть себе миксер не сломала, у меня там тара одна, ну эта миска, она у меня напополам. Я думаю, как она вообще могла напополам пойти? Вот, сегодня утром ее выкинули. У меня там все было в этом, когда я миксер включила, у меня было все в этом, как это... Ой, не ванильный сахар, а как? Ну, короче, вот все вот в этом было. Ой, господи, я думаю, ужас какой. У меня вся кухня была просто кошмар. А когда я начала делать рисунок, у меня все начало плыть. Я думаю, почему? Вот. У тебя тортик со осколками еще? Нет. Нет, конечно, то что нет. Красивые точки. Спасибо большое. Торт-студио. Юлиф оценит. Ты разбила сердце. Юлиф не знаю, оценит или нет. Надо понять. Ну, короче. У меня еще свечки есть. Вау, спасибо за фоллоу. Надо же переехать. Куда я приехала? На кухню? С Нового года всех. У тебя еще до сих пор Новый год, что ли? Ты что? Что, уже, как бы, уже в прорубь скоро прыгать? Себе офис сделала? Нет, нет. Это просто кухня, ребят, это просто кухня. Сейчас я вытащу кое-что. Что у меня есть? У меня есть свечки. У меня, типа, есть обычные свечки, а есть красивые свечки. Смотрите, у меня есть свечка-сердечко. А обычные свечки у меня есть, нет? Ой-ой-ой. А у меня нет обычных свечек.
вас Новый год. До сих пор у вас Новый год, ребят. Ой, ну это, конечно, пипец, а не торт. Я чуть-чуть подправлю его. Секундочку, ребят, секундочку. Чуть-чуть надо тут как будто бы чуть-чуть что-то исправить. Но зато в виде сердца. Хотя бы в виде сердца, ребят. Что там? Ой, господи, я вся заморалась. Ай-яй-яй. Ой, у меня даже на полу заморалось все. А на пол-то как у меня капнуло? Я в шоке. А ты-то как заморалась, дура? Я в шоке. Я в шоке. Мне кажется, я этот торт никогда не съем. Так, сейчас, секундочку. Сейчас, секундочку. Свинку Пеппа? Что? Доброе утро. Доброе. Я шоколадный заяц, я ласковый без зависть, я сладкий на все сто. Капли дыма, адреналин. А нет, нихуя. Сейчас. Ой, сейчас, секундочку, я сейчас кое-что сделаю. Секундочку, сейчас. Сейчас, секундочку, сейчас. Сейчас, секундочку. Сейчас, секундочку, сейчас, сейчас. Секундочку, сейчас. Секундочку, сейчас, сейчас. Секундочку. Сейчас. Вот! Спасибо большое, спасибо. Тебе настолько нравится песня «Шоколадный заяц». Чё, какие громкие эти донаты. Ну, я могу сделать вот так потише. Не знаю, сработает так потише или нет. Короче, друзья, можно я не буду показывать? Можно я не буду показывать торт? Ну, буду. Я не знаю, взбитые сливки сейчас принесу, секунду. О, боже. Рисунков уже нет. Тут рисунок. Какая Карина Шпак? Хватит меня так. Я сейчас вот. Слышишь этот хлесток? Сейчас этот хлесток тебе по попе будет. Еще раз меня так назовешь. А, попробую сделать чизкейк классический. Это потом. Это погоди, я еще не настолько кулинар. Нет, я вообще, ну, типа, я готовить, ну, не так сильно люблю на самом деле. Это я не знаю. Ну, вдруг полюблю, подумала я. А покажи, пожалуйста, облачный сердечный торт. Очень хочется посмотреть. Вот. Ну, а хотя бы в виде сердца. Он хотя бы... А сливки зачем? Чтобы сверху сделать, чтобы было, типа, красиво. Ну... Как показать? Не знаю. Вези сердце просто. Знаю, и всё. Вот. Не знаю, как показать. Но он вези сердце. Он вези сердце. Ну, боже. Ну, он вези сердце хотя бы. Ну как показать-то, господи? Ну я не знаю, как... Но он в виде сердца зато. Зато он в виде сердца. Зато сердечко. Ну вообще, я делала фотку в ТГшку.
Я уже тарелку принес. Жду торжественную презентацию торта. Мяу. Спасибо. Спасибо большое. Тарелку принес, говоришь? Но я тебе чуть-чуть отрублю тут чуть-чуть кусманчик. Так. Надо сделать более-менее красиво, чтобы было. Но я не знаю, как сделать красиво вот это. Я когда этот торт украшала, у меня, господи, у меня низко сломалось. Блендер не работает. Блендер-то мне вообще не нужен. У меня миксер не хочет миксерить. Я думаю, какой кошмар. Миксер начал миксерить, у меня все полетело. О боже. А когда я начала все наносить, у меня все растекалось. Я просто думала, господи, что такое? Что мне с этим тортиком-то делать? Я более-менее как-то сделала красивую надпись. Более-менее как быстро-быстро сфоткала. И все. А дальше у меня все растеклось. У меня все растеклось. По какому рецепту? Для ума своего. Ну вообще нет, крем с рецепта, конечно. Комиссар не раз. Нужно было стрим делать, когда ты его готовила. Нет, не надо было. Если был бы стрим, я бы вообще был. Вообще, это был бы кошмар. Ты чё, где рисунки-то, ёбаный в рот? Где рисунки-то, ёбаный в рот? Ты что, в натуре падала с ним? Ну-ка, признавайся, давай. Ты кидала его куда-то. Чё, почему? Где, куда рисунки-то делись? Детишки, пистолет. Ну, вообще так-то бомбово, конечно, честно говоря. Всё, как бы. Молодец. Творческих успехов. Выглядит, конечно, красиво. Как пена для бритья. Спасибо большое. Спасибо. Какое-то быдло забежало. Я не знаю, зачем. Ну, короче... У нас есть свечки, у нас есть сердечко, есть корона и звезда. Но я хочу сделать сердечко, чтобы у меня на сердечке было сердечко. Так, сделаем. Блин, даже это я никак показать не могу. Я этот клинч показывать даже не хочу вообще-то так-то. Это съедобно? Конечно, съедобно! Я сейчас как съем, так и вообще ты офигеешь. Свечка тут. Блин, свечка падает. Нет, свечка. Вот. Я горе-кулинар, ребят. Меня вообще, меня вот кулинарить, меня не звать, пожалуйста. Приветствую, Дашенька, 40 лет. Спасибо, Миша Казанцев. Классный дракон. Да. Надо было шоколадно залить тортик. Да, но у меня шоколада не было. Но я хотела беленький вообще-то. Я не хотела шоколада. Не парься ты, все супер. С каждым разом все лучше и лучше. Ты попробуй чизкейк сделать. Да. Короче, у меня есть свечка. И гламурная зажигалка. Розовая тоже, как и свечка. Ладно. Так вам... А вам точно показывать надо этот клей? А чё? Зачем мне свечку делать? Вообще не понимаю. Ну типа, а мне загадывать желание? Или вы загадывать желание будете? А я просто подую. Опа, нет, свечка дома лежала просто. Это не моё, это просто дома лежала, ребят. Ты загадывай, я подую.
У кого юбилей-то? У нас, ребят, у нас юбилей. Ладно. Оу. Все нормально будет. Поздравляю с 5К. Можешь показать торт. Ой. Валмар, зайди в ТГшку. В ТГшке он более-менее еще получше. Тут он вообще просто кошмар. Ладно. Давайте, я не знаю, с бицепсиками покрою, что ли. Но все равно капает. Что это? Я еще и заморалась! Я вообще не кулинар, ребят. Я не хочу. Я больше не буду готовить. Никогда. Почему на меня именно в шею куда-то еще? Фу. Как-то сбивать. Сбивай так лучше. Господи. Переодевайся. Так чего, все нормально же? Так оно убьет тут внутри меня. Не только шея, Даш. Все. Я больше готовить не буду. Это мой последний раз. Ну ладно, крайний. Снимай кофту. Не. Ну ты что? Нет. В торте есть что-то, кроме сливок сбитых, конечно. Привет. Ребят, выпал вот с комментария про пену на дыбы дитя. Я, ну, торт вообще на самом деле, вот из-за шутки шутками, там, как говорится, ну, торт очень вкусный, должен быть там на состав такой хороший. Я разбираюсь в тортах, я сам пеку их периодически. Торт вообще бомбовый должен быть, и, ну, там, для первого раза пойдет вообще. Немножко, да, там, похоже на торт фирмы Джилет, но ничего страшного. Торт бомба. Так. Опять торт? Ну, в прошлый раз вообще-то мы не планировали делать торт. Ни Джилет, ни Ди. У тебя по-любому под кофтой другая кофта. У меня есть пиджак. У меня есть пиджак, чтобы я сидела как министр какой-то. Ой, коленку-то надо убрать, наверное, я же министр. Оп! Вот так вот. Депутат. Сегодня официально нарядно. Да, все в черном. Министр по тортикам? Ну, типа... Вот у нас есть тортик. Чё, загадывайте желание, ребят, а я подую. Я бы её депутата назначил. Ой, а как? Загадывайте, нет? Так, что можно вообще загадать? Так, что можно сделать? Все, загадали? Я загадала. Че, загадали? Нет? Я сейчас подую. Все? Ну, не успел, что поделать, не успел, все. Все, отпраздновали, как надо, прям, как положено, я даже свой день рождения так не отпраздновала. У меня день рождения было без свечки, представляете? Все. Что, можно есть, нет? Я уже хочу съесть его. Винище? Какое вино? Я не пью. Ну, ты можешь достать.
У тебя дыре? Нет, дыре. На дыре я даже свечку не дула. Представляешь? Я бы тебя не срыхнуто назвучил. В разрезе покажи его. В каком разрезе я так съем его? Я не буду разрез делать, там все плохо. Так, надо попробовать узнать. Я сейчас делаю первый укус. Рассказывай, чего загадала. Я ничего не расскажу. Манифик. Это самый лучший торт из всех, что я когда-либо вообще ела. Я даже вот, когда покупала торт, он был не таким классным, как вот это. Торт вообще не могу. Самый лучший торт, просто. Просто, я вообще все. Я, блин, почему мне на день рождения такой торт не делали никто? Сама себе сделала, представляете? Ой, еще в виде сердца, блин! Как это мило. Лучше, конечно, лучше. Да, честно, не очень. Это очень вкусно. Я обожаю. Блин, я же худеть хотела. Ладно, потом похудею. Я вообще... Че, будете? Нет, кусать. Главное, сижу, ем, такая кайфуня. Вот этот кусок был самый вкусный. Я вообще, я не могу. Как мне отлипнуть? Это самый лучший торт из всех, что я ела. Выглядит, конечно, отвратительно, но зато какой он вкусный, просто я не могу. Нормально. Нет, я просто смотрю на него и такая, ну, пойдет. Но он очень вкусный. Ребят, верим? В смысле верим? Ну, конечно, он вкусный, реально. Я не угораю. Покажи тортик. Ребята, я пошел курить, короче. Всем там удачи. Я думал, сейчас взорвется торт, конечно. Но ничего такого интересного. Ты в натуре, ты прикинь, вообще, как бы, классно было, ты поджигаешь свечку, и там петарда, блядь, и взрывается это все. Ну, вообще, так эпично могло бы быть, там, все в торте, нахуй, блядь. Ты такое, как бы, ну, у тебя просто фантазии чуть-чуть не хватило, конечно. Ну, если что, там, пиши, не звони, пиши просто. Я тебе там пару идей могу подкинуть всегда, как говорится. У меня вообще башка бешеная, на самом деле. Ну, там такое творится, это пиздец. Ладно, я пошел покурю. Пожалуй, хочется курить. Мне, наверное, нужно сделать, короче, знаете, вот эти голосовые чуть-чуть покороче, да? Ну, секунд хотя бы 15. Как будто 45 — это слишком много для него. Что-то он очень много. Как будто это его стрим, а не мой. У меня тут хотя бы 15. Нет, секунд. Да, я это весь день рассказывала с мамой. И рублей за 1000. Вот так вот. Блин, торт просто, я не могу, он очень вкусный.
дракон мне понравился. Кто? Торт? Или голосовой помощник Алиса, который немного не Алиса? Так надо пусть записывать за 45 секунд, мы хоть поймем, взорвалась метанда, которая курит. А, торт. И классный в квадрате. Дашенька, поздравляю тебя с 5к подписчиков. Желаю, чтобы стримы набирали как можно больше просмотров и зрители дарили тебе только самые теплые и положительные эмоции. Торт получился просто пушка. Ты большая умничка. Спасибо большое. Все, надо чуть-чуть остановиться с этим тортиком. Потому что мне кажется, я его сейчас весь съем просто. Мне кажется, его просто не останется уже тут. Но он очень вкусный. Выглядит не очень, но зато какой вкус. Да. Вот так вот. Ну все. В принципе, можно заканчивать. Да ладно, шучу, нет. Какой заканчивать, ты что? Главное в один заход несить. Да. А я могу, я очень, я прям вообще сладкоежка. Я вот сладкое прям очень люблю. Вот серьезно. Очень вкусный, потому что мы попробовать не можем. Ну, не можете, да. О, Акбар, привет. Акбар. Проценты капают, Акбар. Скоро до Мазерати у тебя проценты накапают. Понимаешь, проценты капают. А я еще в этом пиджаке так выгляжу, такая. Проценты капают, Акбар. Проценты капают. Сама еще пару ложек решила скушать. Но вкусно, блин, я не могу. Даже у меня есть, типа, чай. У меня есть кофе. Но я не могу. Можно, знаешь, плитку шоколадную на терке потереть сверху. Да я не хочу, слишком много сладкого тоже не надо. Все, помню, все будет время, надо квартиру мазерать вообще. Надо было какао посмотреть. Я не хотела какао. Не хочу какао. Я вообще какао не очень люблю, на самом деле. Как его взять? Ой. Ну, кусочек мне отошли по почте. Кусочек отошлю. Но не больше. Больше не останется, по-моему. Кусочек отошлю. Но ты тоже как бы не наглей. Как бы... Тебе кусочек? Да мне, блин, Платон. Не наглей. Тоже мне. Вот это, в смысле, два. А, ты типа себе, Мишане и Саня. Я не понимаю, меня какой-то человек в Сбербанке троллит, по-моему, блядь, потому что вот 50 рублей он мне, блядь, сумму отклоняет, блядь. А как там... Переводы делает, блядь, кинет нахуй. Ну, короче, ёбнутый дурак, блядь, вообще, это пиздец, блядь. Он меня постоянно что-то вот такую хуйню выкинет, блядь, что-то отменит, блядь, что-то скажет, да пошел ты нахуй.
Про это еще хотел сказать, про то, что сокращать мое эфирное время не надо, я буду разговаривать. Ну, как бы, все равно много, блядь, даже если ты 30 секунд поставишь, я буду два раза донатить, я буду вместо 45 минут разговаривать. Поэтому так, ты аккуратнее с этим. Хорошо. Значит, ну, я кое-что придумаю, да, потом. Но торт вообще очень вкусный, я не могу. Ну, я тут не так много еще села. Но тоже надо как бы заканчивать, да. Но торт очень вкусный, я не могу. Прям хочется его и хочется. Как остановиться? В голос в голове у Даши. А почему вы его слышите? Интересно, сколько раз он еще скажет, нужно прекращать есть, и сколько раз она... Ну и вкусно, я не могу остановиться! Это очень тяжело, ребят. Все. У меня сейчас стул скрипит, блин. Надо стул новый купить. Топ-фраза сегодняшнего стрима. Торт очень вкусный, конечно. Потому что ты телепат. Ну, да. Какая милфочка. Ой, вот так вот. Вот так вот, друзья мои, товарищи. Ой. Знаешь, что обидно? Ты не съела кусочек за нас. Сейчас сделаем. Что, долго, что ли? Этот кусочек я посвящаю всем своим любимым зрителям. Все. Все, больше не едим. Все. Все. Надо переставать. А то я весь торт сейчас съем. Тут, наверное, калорий 2000. А я сейчас все съем. Ну, вкусно. О, столько кусочков. Я тоже не могу, как бы, вот уже это... Это был любимый зритель. Теперь кусочек за нелюбимых... Нет, за нелюбимых я не буду. Ну все, я уже за всех съела, ребят. Все. Не надо. Все, нужно перестать. Я уже этих кусочков, знаете, сколько съела? Да, оставлю. Съешь за здоровье моей спины, пожалуйста. Нет. Я только зашел. Ну, блин, за каждого-то я тоже как бы сесть не могу. Чё? Как отмечать год стримерства? Чай налей хотя бы. Все, я не буду есть. Я не буду есть, все. Я не буду есть. Все, я не буду. Все, все. Не буду. Все, не буду я есть. Все. Не буду. Все, 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 все. Спасибо на ним. Но я, все, я больше... Нет, я больше ни кусочек не съем. Все. Все, я вообще на диету сейчас сяду и все. А че, весна скоро? Ну блин, ну торт такой вкусный. Да, для растущего организма. На торт выйдет, ну типа. Что с тобой будет? Сколько раз бывает такой праздник еще давай? Ну, не, я
делаю много. Все, я не буду. Все, я не буду. Все, все, все. 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 Реально все. Все. Вот сейчас все. Ну все, все. Все, я больше не съем. Я больше не съем. Ладно, шучу. Да, ну нет, ну он просто, я не знаю, вот я съела кусочек, потому что второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, и вообще прям хочется прям все съесть. Но все это тоже не надо, да. Если не все, то даешь мне свой лес. Все, значит точно все. Чтоб держала себя в узде. О, спасибо за фоллоу. Все, держимся. Я шоколадный заяц, я ласковый без зависти, я сладкий на все сто. Давай, давай, ешь это здоровье моей спины обязательно, потому что у меня болит страшно, из-за этого у меня стреляет, короче, в голову, со спины в голову стреляет, у меня болит башка, блядь. У меня болит башка, я очень злой становлюсь. Такой агрессивный, блядь. И, ну, тебе надо съесть это здоровье моей спины. Вот тебе тогда презент небольшой, так сказать. Я думаю, не сложно. Ты, блядь, вот 1000 калорий съесть за 1000 рублей, в принципе. Всегда приятно, как говорится. Мне платили за то, что я жил, блядь, я был женат, поэтому миллионером был бы. Серьезно говорю, сколько жрать, это пиздец. Я не знаю, что у него с микро. Спасибо за фоллоу. Ой, спасибо, спасибо, спасибо. Теперь ты начал за 1000 отправлять голосовые. Ё-моё, ну ты даёшь, конечно. Ну ты даёшь, даже это тебя не останавливает. Вот так вот. Ой, надо в холодильник реально убрать его. Присядь раз 50, и можно еще кусочек. А ты хитрый. А ты хитрый. Все, я убрала. Я убрала в холодильник, все. У меня теперь перед глазами этот тортик не сидит. Или какушки спаниеля? Да нет, ну просто. Так ты не съешь здравить? Все. Прости меня, грешную. Но не могу. Не могу. Я бы сказала верное решение. Да, все. Чтоб перед глазами не стоял, мне этот тортик, я все. Ну чё, в прорубь прыгать будем? Она сейчас стрим закончит, как начнется. Да блин! Вообще, ребят, вы в курсе? Сегодня уже 7-е число. Мне послезавтра на учебу. Послезавтра. Я учила ничего, но я делала для того, чтобы учить. Я делала билеты, чтобы их учить. Но я их еще пока не учила. Но я уже сделала же билеты. По сути, почти выучила. Читала? Молодец. Я даже не читала. На кого учишься? Я учусь на журналиста. Она съела 10 кусков за здоровье своего живота и 1 за здоровье донат перебор. Ну нет. А, дорогая, как всегда. Ой, спасибо большое, спасибо большое. Это вообще. Я же отдохнуть-то толком даже не успела. Опять на учебу, что ли? Ё-моё, я не хочу опять.
Ну, у меня есть несколько предметов. Я, блин, как хорошо, что я сделала одно очень такое важное дело. Я взяла интервью мини, из которого мне нужно сделать просто шедевр. Но как я сделаю из этого шедевр, и непонятно. Из меня вообще журналист так себе, на самом деле. Перспективно быть? Не. Не знаю, наверное. Ну, не именно журналистом, а типа... быть с высшим образованием, наверное, я не знаю. После учебы будет работа, да. Наверное. Не знаю. Но я уже на третьем курсе, мне осталось 1.5 года, и... мне кажется, из меня журналист вообще так себе будет. Все, что я смогу сделать, это, не знаю, сидеть перед челиком с микрофончиком, такая: «Здравствуйте, я хочу взять у вас интервью». И все. Все, что я могу сделать. Ну, потому что остальное, я не знаю, как будто из меня никудышный журналист получится. Но все будет нормально. Все будет хорошо, ребят. Все будет хорошо. Вышка ничего не дает. Зачем ты так говоришь? А вдруг дает что-то? Потом все равно будет работать разработчиком. Да, я курсы по дизайну куплю, стану дизайнером. Какие предметы самые интересные? Ну, мне очень нравится литература зарубежная и отечественная. Ну, нет, отечественная не так сильно. Зарубежная более интересная, как будто. Еще мне нравится... У нас была история искусств. Еще мне понравилось, что у нас была реклама, и мы делали какие-то рекламные всякие штучки. Но я, конечно, все сделала красиво. Вот. Еще мне нравится мультимедиа в журналистике. Мы там делали всякие лангриды, всякие вот эти штуки-трюки. Тоже понравилось. Но в плане... мне понравилось, потому что там можно... там можно красиво что-то дизайнить. Сделать какой-то типа удобный функционал и все такое. Мне вот это понравилось. Пытается оскорбить зачем-то какую Джонни. Ой, да. Ну что ты теперь к каждому хейтеру будешь придираться? Я же не придираюсь. Коммерческое предложение в этом направлении. Да нет. Юбилей 30 лет? Нет. Юбилей 5K флэров. Ой, господи. Да, скоро будет юбилей. Год на Твиче. Представляете, я же вообще старухой буду. Я уже целый год тут буду сидеть. Привет, Хелпач. Что-то ты поздно. Я уже торт съела, мы уже все свечки подули, желания загадали все. Либо Даша все равно выйдет замуж, родит детей и станет домохозяйкой на вилле в Испании. Насчет Испании не знаю. Насчет рожу детей, ну, наверное, рожу когда-нибудь. Ну, не прям сегодня, конечно, но... я такое желаю! Что ты там загадал? Хотя бы денежки. Хотя бы. Ой, как не раздражают мои волосы. Все. Вот так сделаю и не буду трогать. Юбилей 500 подписчиков ТГ будешь отметить, праздновать? Так у меня еще нет 500 подписчиков ТГ. Ты что? Ты что? Ты что? Нету еще 500. Ты что? 493 уже! Боже. Ну там, знаешь, там такое, типа, подписываться, подписываться, так. Что вам на журналистике преподают? Ну, вот те предметы, которые мои любимые, я их и назвала. Добиваю рекорды. Спасибо за фоллоу. Кидаю шутки, что когда ты будешь говорить серьезно, все думали, что это шутки. Пойдем в шахматы на 1000 поиграем. Нет. Я, кстати, да, я начала играть в шахматы. Я играю 3 дня. Немного. Знаю, немного. Люди годами учатся. Я играю всего лишь 3 дня. Но, да, я тот еще игрок. Вот.
Скоро на Олимпиаду по шахматам там пойду. Да? Меня уже позвали. К шахматам на 10 рублей. Блин, то должен будешь. Что? Я уже 3 года... Ой, 3 дня играю уже, ты чё? Ну, ты тоже как бы... Подумай, против кого ты идёшь. А, твои черты списаны с самых лучших картин Плюсна. Ой, спасибо большое. Конечно, разница, ты чё? Кто он по сравнению со мной? Ой, спасибо за фоллоу. С Максимом не играю, он жуничает. Да, я знаю. Ты уже там расстроенный такой был. Я думаю, ой, с ним я точно играть не буду. Если бы ТТО так расстроен, то я-то вообще... Сыграю с Дашей в шахматы, на желание буду играть под Дашей. Не надо на желание играть. Нет, не надо. И так можешь сделать, я знаю. За полочки вот так. Оп. Нет, не буду делать. Может, мне вообще корешку сделать? Вы что-то вот... Волосы начинают раздражать опять. Даша, тебе стихи нравятся? Возможно. Она пожелает квартиру в Москве, что тогда будете делать? Что тогда делать будете? Не знаю. Гоп под троечку. А давай. У меня машинка есть. У меня же мама парикмахер. Машинка есть. Сейчас я все быстро сделаю. По соревнованиям каталась шахматы играл. Ну, я с тобой точно играть не буду. Еще 2 дня назад писал про каре. Ой, ё-моё. Погадаемся, малышка. Не, Мазерати не хочу. Ты меня запутала. 2 хвостика. Тимур, шахматы на желание выиграешь. Научиться основам достаточно неделю. А вот хорошо играть надо просто время. У меня на Chess.com. А, это приложение, все поняла. Надо просто время. У меня на Chess.com рейтинг выигрывается от 1030 до... Ой, ё-моё. Короче, я не понимаю. Надо сильными играть, чтобы сильным стать. Ну, да. Тебе с длинными удобнее? Да, наверное. Мне удобно, что не нужно их постоянно укладывать. Даже шахмат отсидит. Да нет, что ты, нет. Сутками я сижу дома. Вот. Кто тебя шахматы подсадил? В смысле, я сама? Ну, просто Новый год. Новое увлечение. Новое хобби. Вот. Смысл шахмат, чтобы заставить противника ошибиться, а не обмануть, как ты хочешь сходить. Умно. 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 Надо запомнить эту фразу. Уже старый сюда приглашает на свидание. Ой, ну, ладно. Ой. Я вчера делала этот торт просто. Это просто... Боже, я миску сломала, ребят. Я миску сломала. Вы вообще вдумайтесь в эти слова. Как можно вообще миску пополам вот так сделать? Ну, реально, если так подумать, пополам, как ее можно сделать вообще пополам? Миску пополам. Я миксером там сидела, вот так. А миска у меня пополам просто, в дребезги. Ну, не в дребезги, просто пополам. Я, что это вообще такое? Проще 1 000 000 рублей накопить, чем эти токены. Ну, да. Я не буду трогать волосы. Ну, да. Так сильно старалась, что аж миску сломала. Я в шоке. Один сегодня, а второй... Второй вчера? Или что? Куда мне второй деть?
Ой, ребята, ну чё, учиться надо? Учиться? Мне послезавтра уже на учебу надо. Я вообще не готова. Надо готовиться. Ой, такая я зануда, конечно, по учебе иногда. Я прям расписываю. Так, сколько дней у меня до экзамена, важного экзамена, который я еще не готова к этому. Вот к самому-самому последнему экзамену у меня он будет 20 числа. Вы прикиньте, я все это время сейчас буду готовиться к экзаменам этим. Ой. Тарелка в руке шоколадный брауни, ты че? Интересно сидеть, я сила обычно на них, я спал. А, ну, вообще, я типа, нет, я на парах, когда сижу, я делаю задания по другим делам. Что у тебя долги, и ты не готова, говорит та, у которой... Так. Ну да. Ну да, я. Тоже была привычка в школе... Спасибо за фоллоу. Но Игорь, когда сидела, волосы возле виска крутил, тетка потом на меня странно смотрела. А, вот так, да, типа? Она, наверное, думала, блин, она считает меня дурой, да? Тетка, наверное, такая. Да нет. А что, типа, из-за наушник может быть какой-то или что? Потому что наушник на ЕГЭ? Не знаю, на ЕГЭ у меня были только вот... У меня были, короче, вообще, я тетрадку засунула в спину. И, ну, в аудитории жарко, и у меня вся эта тетрадка была мокрой. Я достаю эту тетрадку. Я вот смотрю на свой вариант и понимаю, у меня в тетрадке даже, ну, даже близко ничего нет. Ладно. Что ты сделала, что ты написала? Как ты справилась? У меня конфетки есть. Бланк случайно порвал, когда из конверта... Как ты вообще умудрился? Ты как вообще умудрился порвать листок? Вот ты вот так достаешь, как ты его порвал? Типа уголок вот так. Ой, я вообще не могу. Ну ты тот еще кадр, конечно. Я на общагу купила справочник карманный. За день до экзамена через рамку прохожу. Он пищит, так как скрепы были железные, а я их не вытащила, пришлось оставить. Блин, справочник карманный! Я только сейчас поняла, думаю, какая-то справка в общагу, там что-то такое. На общагу, блин, я общага, думала, здание, а не предмет общесознания. Жесть, ну это обидно. А у нас вообще телефоны проносили, я вообще в шоке, как они телефон проносили? Что я учебу бросила, ну, это плохо, значит, что она так думает. Ну и что, торт попробовали, да, с 30-летием. Спасибо. Раньше не было интернета, и надо было учиться, чтобы попасть на хорошую работу. А сейчас главное иметь талант, закончить курсы на это направление, и будет всегда работа. Да, кстати. Ну, блин, знаешь, закончишь курсы ты или нет, то, ну, вот, ну, ты закончишь курсы, но потом же надо будет... Показать свое портфолио. Вот, у меня есть такие-то такие работы. Я умею вот так-то, так-то. Чтобы тебя взяли куда-то. Вот. Как бы, ну, ты закончил и все. Смотри, какая работа. Ну, блин, ребят, я про дизайн говорю. Может, не с дизайнера надо было идти? На дизайнера? Ну, я же, типа, ни писать, ни рисовать ничего не умею. Мне просто нравится, когда визуально выглядит хорошо, грамотно. Ну, хотя нам вот преподаватель наш по дизайну, она рассказывала такие истории из своей жизни. Ё-моё! Она, типа, работает в нашем университете, просто преподает дизайн, как предмет. А в другом университете там именно дизайн, прям как направление.
Вот. И там она рассказывает, какие к ней кадры приходят. Я в шоке. Ну, мне кажется, я бы даже в ее университете могла бы учиться. Врача курсов маловато будет. Ну, врач, ну ты тоже сравнил, как бы врач. Какой врач? Что? На стоматолога? На стоматолога по курсу. Я бы к такому не пошла. Тортики украшать. Ну, типа. На некоторых курсах сразу устраивают на работу, если видят под... Серьезно? Может, мне тоже на курсы пойти тогда? Сдавала там один парень в туалете из маленького клочка бумажки, развернул лист формата А4. Реально тогда офигел, как парень сильно подготовился. Жесть. Это круто, мне интерьерный дизайн нравится и... Кстати, интерьерный дизайн нравится, говоришь, да? У меня, короче, кое-что строится, да? И вот мне сегодня приснился сон, как я украшала свою комнату. Короче, если что, вот когда придет время украшать комнату, я тебе напишу, ты мне скажешь, как лучше сделать. Типа... Ну, стены у меня такие светленькие будут. Не белые, просто светлые. Пол у меня тоже такой что-то деревянный. Вот. Ну, короче, если что, я тебе напишу, ты мне скажешь, какую кровать лучше взять. Например, там, я не знаю, ну не в стиле барокко, конечно. Рококо можно? Ладно, нет. Ну, какой-нибудь, не знаю, типа, спокойную. Вот. И, ну, я, короче, я жду, когда у нас все достроится, для того, чтобы сделать кое-что интересное. Я хочу кое-что, но я не могу вам сказать, потому что у нас еще даже не достроилось ничего. Что я говорю вообще? Я тебе... 3D Max даже визуализацию могу сделать. Ё-моё, ничего себе ты. Кондитер Дарья, возьмешь к себе дегустатором тортов. Я буду рецензии писать. Спасибо. Спасибо большое, спасибо, конечно, но я не знаю танванки. Дегустатором, блин. А вдруг? Ну ты там, короче, приукрасишь, ладно, чуть-чуть. Ну типа скажешь божественный вкус там, туда-сюда, что-то нежное покрытие там, туда-сюда. Ну придумаешь, да, что-нибудь. Строится любовь. Я приду белить стены. Спасибо большое, спасибо, конечно, но я не знаю танванки. Дегустатором, блин. А вдруг? Ну ты там, короче, приукрасишь, ладно, чуть-чуть. Ну типа скажешь божественный вкус там, туда-сюда, что-то нежное покрытие там, туда-сюда. Ну придумаешь, да, что-нибудь. Строится любовь. Я приду белить стены. Белить не надо, там все нормально. Позвать нас всех хочешь? Спасибо большое, Аноним. Нет, я не... Ну как? Ну я же буду там сидеть, стримить, возможно. Вот. Но только, блин... Ой, я не могу. Она, наверное, достроится, когда я уже учебу закончу. Даша строит дом... Да, в Симсе. Только адрес... Да не надо приезжать, не надо приезжать. В смысле дом 2? У тебя 4 курса, да? Вкусно получился? Очень вообще... Ой, зачем ты мне про торт напомнил? Я теперь хочу его съесть. Ладно, все, забыли. Так, надо отвлечься. Надо... Все, не думаю. Торт просто божественный. Я вообще, я не знаю. Он очень... Ну, реально, он вкусный, блин. Ну, как может быть невкусным? Я там уже стою. О, круто. Надо будет, может, с адресом говорить.
Не надо меня искать, пожалуйста. В чем проблема? Так я... Не надо много есть. Много есть вредно. Вкусный блин или торт? Вкусный торт. Сильно испугаешься, если я вечером приеду к тебе торт есть? Не приезжай. Надеюсь, ты живешь где-нибудь подальше. Какого-нибудь Килиманджаро. Не приезжай, я уже доем к вечеру, да. У тебя нормальный чай есть? А какой чай ты называешь нормальным? Типа... Я по чаю не очень... Мне чай не очень нравится, честно. Это вообще вулкан, ну да. Мне на самолет сейчас лететь буквально. Ну, да блин, ну, до самолета доехать еще надо. Ой, не надо. Пойти тоже, что ли, тортика можно с Рождеством вас. Ой, точно, а как говорить правильно? Там, типа, я знаю, когда Пасха, как правильно говорить. А когда Рождество, что говорить? Ну, спасибо. Или что? Ладно. Вместо чая оставь мне монстр без сахара. Кстати. Монстр без сахара, куда он делся? Его же, по-моему, уже нет. Ну да, мы в чате в ТГ. Можете подписаться. В чате ТГ обсуждали о том, что там нет монстра больше всего. А в нашем магазине удобно. Я вообще... Я узнала, знаете что? Там типа до какой-то даты вообще привоза не будет. Представляете? А я-то думаю, почему там ничего нету? Обычно в магазинах же постоянно привоз. А в этом вот, который у нас, пятерочка вот эта вот, там вообще нету привоза. Я в шоке. Где мой любимый Рикардо? Он, наверное, спит. Я не знаю, сколько в Португалии сейчас времени. Только в ТГУ даже. Да. Ну, тогда я не приеду. Блин. Блин. Мишка не приедет. Что же делать? Грусть, печаль, тоска, уныние. Буду плакать. Я не знаю испанского. Ой, португальского. Рикардо твой, господи. Как ты без него теперь жить будешь? У того, кто помянет старое, всегда обнимаю. Откуда вообще у меня был спортур? Был 5 секунд назад. Офигеть. Обригада. Спасибо. Спасибо, обригада. Пусть Рикардо отправит вас. Реально, надо попросить его. Займусь поисками, где поесть торт. Удачи тебе. Главное, чтобы это не был мой холодильник. Ну, съела, пока волосы трогала там. А что у вас строится будет? Просто смотря на форму торта, я посмотрела на себя, кажется. Нет, нет, я-то там ничего не делаю. Че, угораешь, что ли? Я, что ли, ты думаешь, делаю? Если б я там делала что-то, то мы бы вообще бы еще ничего бы не доделали. Спасибо за фоллоу. Тебе монстр привезти? Ой, оставь себе. Не надо, не едь никуда. Удашь стрим-хату строить. Да какая стрим-хата? Мне даже позвать туда никого. Позову себя. Там еще пару девочек. И все. Че тут? Стрим-хата. Да нет, ничего. То рок зак... Так у нас нет рока, ты чё? Нет, у меня просто разные песенки тут играют. Чуть-чуть надо песенку поменять. Чуть-чуть. О, пусть это будет. Вам еще слышно, нет? Чего у меня тут играет вообще-то что-то?
Торт уже съеден? Не полностью, но съеден. Я хочу себе дом в стиле дом-сад, только не с деревьями, а с огромным газоном и отдельной мелкой брусчаткой и с фонтаном. А ты что-то делаешь для этого? Я хочу. Я тоже много чего хочу. Мазерати там, сумочку Гес там, туда-сюда. Неохота идти ночью. Нет, вообще... Можно пойти. Почему неохота? Можно пойти. Вот. Я вот тоже хочу дом и жену, похожую на какую Дашу? Дашу в мире полно. Лучшее оборудование для стримов купить, чем сумочку эту. Блин. Оборудование для стримов. Ты знаешь, что входит в оборудование для стримов? Мы уже накопили на комп. У нас есть бюджет на комп. Но я жду, когда достроится кое-что, чтобы туда уже купить этот комп. Вот. А сейчас... Телефончик. Ну ладно, вообще не телефончик, на самом деле. Нет, в принципе, у меня же есть накопление на комп. Я просто жду, когда достроится, и все. Это любовь, смотри, это любовь, приснись, это любовь. Вот. А то цены могут вырасти, и денег уже будет мало. Да? Ё-моё. Это песня с Цоя? Нет. Кому нужно это оборудование для стримов, если не положишь сумочку вес? Да, песня Цоя? Хорошо. Что со мной? Все, я болею. Я жду, когда праздники закончатся, можно начать работать и в феврале все-таки уехать. Какие сумочки? Да я сама выберу, че вы? Когда у тебя дыре в августе? Я не могу, все, я... Все. Что-то в горле у меня. Торт. По-любому торт. Воды попей, чай. Не хочу чай. Скоро здесь будет хайп. Если без оборудования ты везешь онлайн, то что уже будет с оборудованием и контентом? Какой онлайн? Что? Какой хайп? Что? Я вообще не хайпуша. Я так сижу на скрипучем стуле и ем свой торт. Выберет она так же, как я ТЦ все себе выбирала. За год неплохо, спасибо. Я твои фото в чатах вижу. Ну так... Ну да, я звезда. Ты что ты хотела? Ладно, я шучу. Блин, какая звезда? Ну просто так получается. Я вот себе месяц назад купила новый комп, и догадайтесь, сколько его раз включала, сидела за ним. Ужас какой. Но я-то, наверное, примерно так же буду. Вы видели? Новость появилась, что скоро 16-й iPhone появится. И он будет, типа, с кнопочкой сбоку, там, где, типа, вот, знаете, вот блокировка, звук. И вот снизу будет кнопочка для фото и видеосъемки. Представляете? Вот. Ну, не знаю.
Мне вот комп для работы нужен страшно. Страшно? Не бойся. Даша уже повезло, она учится в универе, значит, не глупенькая. Я еще... Спасибо, спасибо. Они возвращаются к мыльнице? Не знаю. Он будет опять 200к стоить. Но потом-то спадет цена. Че ты? Че ты думаешь? Потом-то цена спадет. Да, я со своим ноутбуком, который даже не держится. Обсуждаю 16-й iPhone. Че я вообще обсуждаю? Смотри, ты не испугалась, когда в дверь постучали. Ты себе? Надеюсь, да. Так и знаю, квадратный дизайн тобой не дойдут. Что-то я вообще не поняла. У меня вроде никто не стучал. Поэтому. Новый iPhone презентуют каждый год в сентябре, а MacBook бывает презентуют в марте. Какой MacBook? Ну что? Ты думаешь, я куплю MacBook? Ты угораешь. Какой MacBook? Я же нищая. Ты ремонт ноут когда принесешь? Не знаю. Ну хорошо, Платон, накопи 50к баллов, и я дам тебе випку. Или сколько там у меня? Прости, пожалуйста, не поеду я к тебе, если что, просто посмотрю, кто ты и что ты, но никуда не поеду. Не переживай. Спасибо большое. Новый Samsung презентует в этом году 17 января, обычно в марте. Ты не нищая, просто еще не замужем. Думаешь? Думаешь, в этом вся проблема? То есть женщины, по-твоему, зарабатывать не могут, да? Хорошо. За что ты злая? Да я не злая, что ты? А мне випку можно? Нет, пока что рано тебе. Ой. Просто без опыта работы, да. А за что випку дают? Ну, за 5к, ой, 50 баллов накопи. Можете, в общем, самые лучшие, просто лишний раз не хотим вас напрягать. А, хорошо, спасибо. Ой, спасибо. Симпатичный, как зовут? Ну, в описании написано вроде. Ну, чуть-чуть-то можно как бы не полениться. Чуть-чуть можно вниз смахнуть, да? Вниз. И посмотреть. Там у меня даже рост написан. От Ивана был твоим. Моим? А, да, был твой. Это ты, Иван? Ой-ой-ой. Ванёк, здорово. Ваня номер 2, или как еще назвать? А, нет, у тебя написано Иван Челла. Все, понятно. Так я хочу не месяц, я хочу... Так я же, ты думаешь, я месяц отчитываю у каждого? Я там одному человечку дала на месяц, и я вообще забыла. Он сидит до сих пор с Викой. Радуется жизни. Вот. Он видел, как замуж выйдешь, придется мужа содержать. А, хочешь, не хочешь, 4 работы, много денег. Где твои руки? В смысле? А чё не так? Я просто типа засунула вот так, все. А чё, ничего не так? Так нельзя? В каких соцсетях? В Пинтересте. И в... Блин, это запретка. Ну, короче, сайт для студентов. Фейсбук. Да нет. А хотя там мой ник наполовину есть. Пинтерест жив? Ну... Да. Ну, я там вообще редко сижу, на самом деле. Ну, нет, вообще я частенько сижу. Ну, я там просто смотрю какую-то штучку-дрючку и все.
Там, типа, что сейчас модно там, туда-сюда. Вот. А что? Ну, не знаю, а дальше-то в Одноклассниках сидит. Конечно, каждый день там. Нужно выложить туда свой тортик. Нет. Total Black сейчас модно? Это всегда модно. Я же так хожу, значит модно. Что сейчас модно у молодежи? Ой, не знаю. Сейчас что только не модно. Сейчас еще всякие вот эти стили появились. Там Y2K появился. Как еще? Такой барочный стал. Там Old Money. Еще какие-то вот эти вот разорванные вещи, которые еще вот так висят красиво. Ну там че только не модно на самом деле. Че не придумаешь, все модно будет. Я тоже так хожу, у меня только... Ну вот. Сайт для студентов Порнохаб. Нет. Кто-нибудь двигается? Это что вообще такое? Нет, это как? Нет, кибер... Тут. Там продолжение другое. Old Money — это что за стиль? Это... Ну, типа... Выглядит типа богатым. Ну, как там? Короли там как одеваются? Вот такой стиль. Почему свет маячит? Солнце маячит. Я чекнул, хороший стиль. Хорошо. Валмер, сколько тебе лет? Скажи, пожалуйста. Я не могу понять, ты старше меня или младше меня? Это дико... Это нет. Ну, типа, вообще да, на самом деле, типа да. Ну, вообще нет, вообще нет. Чё за задержка у донатов? Я не знаю. Там задержка какая-то есть. Главное, чтобы у тебя задержки не было. Думаю, ему меньше 40. Ну, это точно. Дежавю. Да, надо беременны. Смешно. А что за техно? А я не знаю, у меня что-то включилось. Сейчас. Пойдет? Мы так не договаривались, но тогда зачем? Вроде нет никакой задержки, да? И только чуть-чуть. Наверное. Норм. Вы с Лиз. Это кто? Какая Лиза? Я тусила в клубе. Ух ты. Правда? Интересно. Почему я этого не знаю? Кто такая Лиза? Бак-то. Кто это вообще? А, зритель Лизы? Понятно. А, и пиарит ее тут сидит. Типа я с ней была. Меня там даже не было. Угадай с тех раз. С трех раз. Валмар, я понятия не имею. 26. Даже сама уже не помнит. Да, в смысле сама не помнит? Да не было такого. Даже в клубе ты... Да я... Я не была нигде, я вчера дома была, торт делала. Вы угораете? Засчитываю? Реально? Я бы с первого раза угадала. Коллапс Монолизы.
тебя тогда тоже пусть не будет. Хорошо. Спасибо. Спасибо большое, спасибо, аноним. Помнишь, что вчера в клубе что-то... Вот это вот, ты угораешь, блин, какой клуб? Что ты? Ты вообще с другого города? Наоборот, если так это... Это была не я. Поела тортик, да. Очень вкусный был. Шикарный торт, просто. Выглядит, честно, так себе. Но зато он вкусный. Я верю модерам. Ты офигел? Ты мне верь. Интернет все помнит. Хорошо. Он помнит то, чего даже не было. Это Дарья была? Ты не была, это я в Угарате, что ли? Интересно даже просто послушать, ничего ей не писать. Сегодня настроение нормальное? Ну, такое, да, хорошее. Так вот, именно Даш мне Пататова пишет вчера, что ты в Владивосток приехал. И там такое! Я пришел в клуб, и ты реально так. Сейчас голосовой будет. Нету, что ли? А, вчера была во Владивостоке, сегодня уже в Москве. Прям ирония судьбы. Он молчит, чтобы напугать, наверное. Ничего не слышно, да. Сколько же продаж инфы собрали, что даже она не знает. Реально. Желтая пресса. Работает, работает. Привет, косо... Ой, привет, мур-мур-мур. Мур-мур-мур, я уже съела. Я съела торт. Представляешь? Но я тебе кусочек оставила. Блин, мне так ник нравится. Там... А, трек. Сейчас, секундочку. Там какой-то трек есть. Чё он там включил? Блин, надеюсь, там не запрет какая-нибудь. Это он любит такое. Это что? Ой, спасибо. Первым делом Дарья по приезду в Владивосток все будут все посетила. Да. Качает жестко. Здравствуй, дорогуша, здравствуй. Почему ты меня хейтишь? Как? Ты угораешь? Я тебя вообще не хейчу. Ты норм? Я про тебя слова плохого не сказала. Старорусские времена. Но мне нравится Дарья. Конечно. В смысле, хейтер твой? Я твой музончик врубила. Ты, то есть, такое любишь слушать, да? А вроде мы с тобой одного года. Или это ты сам себе посвящаешь песню? Или как? Я не понимаю просто. Мы с тобой ни одной крови, вот тут при чем? Ну ладно. То есть ему 40? Я не знаю, по-моему, да. Больше вероятность того, что ему где-то, ну, 40 с чем-то. Это трудовик, разложил.
Все, ты чё? А прикинь, будет драма назвать свою дочь твоим именем и потом всегда вспоминать про тебя. Так не называй свою дочь моим именем. Я уже не совсем молода. Ладно, пока. Пока. Фига как отчаянно. Не могу. Ладно, привет. Привет, Лавадряз. А может ей нравится, понравится твоим... Ну, я не знаю. Но если понравится, пусть так называть себя. Что будем на донат ставить? Что? В плане, что будем ставить? Уже час слушаем, да? Да нет. 4 минуты песни, скоро закончится. Там 10 часа. Нет! Ну там 4 минуты. Там меньше секунд осталось чуть-чуть. Кто поет вообще? Что за исполнитель? Я впервые слышу такую песню. Стас Костюшкин. Стас Костюшкин, что ли? Что с ним стало? Ну, по-моему, он всегда был таким, да? В коридоре стримишь? Конечно. У меня дома своего нет. Я накопила на дом. Ну, скоро получу свой дом, надеюсь. Старший брат... это его старший брат? Ничего себе, у него старший брат Стас Костюшкин? Катюшкин. Что-то я вообще не понимаю. Такое дело надо тортиком взять. Да нет. Ой, а я-то что включила? Я-то еще... Это не мои песни, я на рандом врубаю что-то. Ой, пусть это будет. Тортиком взять. У меня есть взбитые сливки. Я так понимаю, нам отправили трек. Да? Или нет? А почему? Песни сегодня не закончатся. Подожди, мне еще Иван Зимин песню отправил. Подождите, песен полно тут у меня. Сейчас, очередь, очередь. Что это такое вообще? Спасибо за плов. Сегодня за диджея. Ой, я такой... Что это? Так, я тут вкладку закрою. О, нет! Это надо оставить. Тимати нет еще. Пошло добро. Какие имена ей нравятся? Мне какие имена нравятся?
Женские имена, я даже не знаю, какие. А тебе какие нравятся? Ну, только не Дарья. Не знаю, ну там... Ариадна. Ну, просто звучит так. Эпично. Ну, еще мне нравится... Софья. София. Вот. Солнце опять пропало, сейчас опять появится. Что? Подождите. Я же говорю, очередь. А, он просто без ссылки, без ничего отправил. Все понятно. Без ссылки, без ничего, просто отправил, чтобы было. Просто, ну, чтобы было. Сейчас, сейчас. Ой, у меня там уже другая какая-то включается. Что у меня там включается-то, ё-моё. Что он мне скинул? Панасенко? Ты зачем Панасенко мне кидаешь? Ё-моё. Мама зой. Блин, а че звука-то нет? А, я звук не включила. Точно. Маэстро. Панасенко мне отправили. Панасенко! Ну, это я вообще, конечно. Еще и поет. Да он вообще на все руки мастер. Да нет, я же говорю просто про имя. Участвовала в передаче «Угадай мелодию», набрал бы ноль. Ну да, наверное. Я подписался, чтобы сказать, что у тебя тут очень красивые волосы. Спасибо большое. Татарочка, ну... У меня дед такой, я не знаю. Я так-то вообще нет. Ну, ладно. Терпим как можем. Подосинка молодец, но ладно. Спасибо за фоллоу. Мне же не слышится, да? Мне же не слышится? Нет, Париж, там Париж слово, Париж. Спасибо за фоллоу. Я просто вообще не знаю, что слушаю сейчас. У меня вкус не меняется за 10 лет. Спасибо за фоллоу. Прошу фамилию маэстро произнести правильно. Панасенко. Окей. Ладно, я пойду. Давай, Лава Трес. Удачи тебе, счастья, здоровья, успехов в личной жизни и в карьере. А не в доме престарелых, я не знаю, где мы. Тебе того же. Ой, спасибо большое, Лава Трес, спасибо. Что он там мне опять отправил? Mercedes by Серега Айсинг. Что там, Anyways, еще что-то было. Ну все, вот это я, конечно, понимаю треки, да? Вот. Ты могла бы быть лицом Шанель или Ореаль? Что? Лореаль, типа? А. Маэстро, как всегда, светить.
Что он там опять отправил мне? Он мне скинул Прованс. Ладно, Мерседес, не будем слушать. Я хочу послушать это. Вашу песню «Прованс». Боже. Треба заспівати так, щоб ёлка плакала. Я думаю, що ёлка як в зеркало дивиться зараз. Блин, я не могу. Тут, походу, уже сусурок сидят. Ты не шаришь. Сейчас будет прикол. Ой, вообще не могу. Я не могу. Блин, ну это же вообще. Как ее позвали сюда? Можно уже остановить, ёлка говорит. Ладно. Жмите по носилку, моля. А все? А все? Все бэбэ с праздниками со всеми. Спасибо, аноним, спасибо, аноним. Давай, пока-пока-пока. Пока-пока-пока-пока. Пока-пока-пока. Спасибо, аноним, пока-пока-пока. Не вытяну, чисто я пою. Тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут. Хочу шампанского теперь. Да нет, не надо. Пошли на кофе? Не, не хочу на кофе. Нам скинули трек. Боже, какой он... Ой, я не могу. Он типа, ну вот на серьезе, он кому-то нравится? На серьезе, прям вот, без рофлов. Что приболело, по-моему, да. Мне это, если вы чего выбираете. О, боже. Ну, я не... Не знаю. Нам, походу, снова скинули трек. Сейчас посмотрим. Мне надо повысить треки, а то как начну... Работаем. Вы угораете? Вы угораете? Я еще вот, я не знаю, мне трек.
пожалуйста, остановитесь. Перестаньте присылать мне треки, я пока не могу. Я пока один, вот две минуты суши, мы уже три трека отправили. По пятницам, по вечерам 200 рублей стоит одна и та же лучика. Ё-моё. Но пирожков сушить, это мозгов надо. Ладно, давайте сейчас другой трек послушаем. Что там скинули? Какая-то Анна. А Насти? Ой, какая дура, выключись. Все, я смогла. Она Асти Метал еще поет? А это царица. Асти Пирожкова. Я не могу. Ну нет, метал кавер, это я не знаю. Тут еще такой клип из GTA как будто. Капец, Ася изменилась. Я умею. Что такое вообще? Что-то, по-моему, это что-то вообще странное, не? Тур пирожков. Что это? А на районе идет дождь. Я сижу на кухне, хаваю борщ. Так, все, я поднимаю на песни. Что за трек улиц? А, Жека Ржавый Борщ. Ты можешь звук замутить? Вот так. Трек 100 рублей. Да. На районе идет дождь. Ну, такой, да. Нет, я это врубать не буду. У меня это уже играло несколько минут. Ну, не несколько минут, а типа... Короче, я уже когда-то это врубала, я по новой не буду это врубать. Ладно, я врубила. Но мы чуть-чуть послушаем, чтобы, ну, кто-то знает, кто-то слышал уже этот трек. Как бы уже повторы, да, тут... Ладно, все. Ладно, все. Выключаю. Даш, пожалей нас. Все, жалею. Спаси нашу уши. Я спасла. Все хорошо. Я спасла вас. Я вас спасла. Спаситель ваш. Ладно. Вот так вот. Такое, конечно, иногда... Я вообще... Хватит трогать волосы. Я не могу. Вам просто повезло, что мне стало лень кидать.
Нам просто повезло. Спасибо большое, что решил перестать это делать. Не отличает перед камерой. Нет, у меня вообще голова начала болеть. Все. У меня болит голова. Ладно, шучу. Красивая, спасибо большое. Теперь всегда сиди в коридоре. Сегодня идеальная картинка и свет, и композиция, например, все неистовая. Прям как свет, да? Не за что. Да нет, не то, что отдыхать, мне нужно будет делать задание просто по учебе. Вот. А вы можете подписаться ко мне в ТГшку, там, например. Ну, не знаю, ну, можете, в принципе, подписаться. Ой. Чё-то не вижу, не вижу. Чё там? Что? Много тебе еще нужно делать? Ну, мне нужно еще, ну... Желательно начать уже хотя бы хоть что-то делать. Да, было бы славно. Было бы славно. Вот. Ну что, юбилей-то у нас... Спасибо за фоллоу. Юбилей-то у нас прошел, друзья, товарищи. Все. Юбилей-то у нас свершился. Ой, тортик схавали, зашибись. Но я еще его съем чуть-чуть. Ну, да, чуть-чуть только съем. Но я половину оставлю. Половину. Все-то не съем. Где торт? А я уже почти весь съела. Спасибо за фоллоу. А, так начни уже хоть что-нибудь делать. Ну, я начну. Че, не начну, что ли? А, пьянка кончилась, возвращаемся в рабочий режим. Реально. А, хелпач, конечно, оставлю. Конечно, оставлю. Конечно. Половину оставлю, почти все. Да, ну там, ну половину оставлю. Хороший юбилей, жалко кусок не оставили. Ну блин, надо было в очередь стать. Чем ты еще кроме стримов занимаешься? В шахматы играю. Я слышу, как ходят мои соседи. Так а что? Что ты еще от меня хочешь? Даже гроссмейстер, да нет. Ну, не прям так. Ты не играешь, а? В смысле? Я уже 3 дня играю в шахматы. Как бы учусь. Не играю, учусь. Ну, учу. Ну, играю же. Как ходит конь? Буквы Г. Ты угораешь? Я не настолько глупая, Валдмайр. Фигурки просто представляешь там. Да нет. Три из семи 24 года. Да, 3 дня из 7 дней. Вот. Неправильно на копытах. Такой шутник! Такой шутник! Ой, я не могу. Как ходит конь? Неправильно, на копыта. Ты вот тут, ты вот тут. Вот я бы тебя вот... Ничего не буду делать. Ну да, я... Ну что? Ну я вообще не понимаю. А как пишу? Все. Помимо просмотров Даши на Твиче, я постоянно вставлю... Что важнее сначала познакомиться с девушкой, понять, она нравится тебе или нет, или наоборот, не знаю. Ой. Пойду поем тортик и буду делать задание по учебе. Спасибо за фоллоу, спасибо за фоллоу. Ой. А ты думаешь, у тебя будет 10 фолловеров в этом году? В этом году, не знаю. Что такое рокировка? Рокировка — это когда ты короля с этим... С этой башенкой вот так. Чик.
Я еще не определилась с тобой. С Вашенко. Все, отстань от меня. Я 3 дня только учусь. Срочно, все подписываемся. Только тут все самые свежие новости шоу. Что такое? Я не знаю. Я впервые такое вообще слышу. И что мы видим на экранах? Чик зуб. Делай чик. Блин, меня, пожалуйста, в этот... Никуда не зовите. Вот, блин, нет, наоборот, позовите меня озвучивать какие-то вот, вот на эти, как олимпиады, соревнования шахматные. Я там такие описания буду давать. Ё-ё. Чем ферзь от слона отличается? Ферзь? Ну, ферзь может ходить вот так еще. А слон только вот так. Она просто позе расшатана чем-то. Да в смысле ничего не знаю? Алло, я 3 дня училась только, все. Уже от меня что-то хотите. Ой. Как ты думаешь, кого не можно озвучивать? Тебе? Не знаю. Дедушку какого-нибудь. Спасибо за фоллоу. Королева как ходит? Королева ходит так, 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 так. Как хочешь, так пойдет. Я в школе в секцию по шахмату ходил. О. Я не знаю. Тебя... Да я не хейтер твой, ты угораешь. А зачем ты заезу? А я, кстати, тоже это пришла. А Бузова шарит за шахматы просто. Тебя выгонят спустя 5 минут после слова трэш. Куда ты ходишь? Я буду сидеть такая, трэш, куда? Это чик с башенкой. Ну а как объяснить? Ладно, все. Дедушку озвучивает, ладно, ладно. Ну а что? У тебя такой, не знаю. С Рождеством. Ой, спасибо. Даше надо гайды писать по игре. Ну, а чё Даша в... Нет, нет, не хочу. Опять неправильно, королева ходит как хочет. Ну, вообще-то, не как хочет. Она, типа, не может пойти вот... Вот она тут стоит, а не может просто пойти и куда-то вот, ну, куда-то пойти. Или там через кого-то перепрыгнуть. Не может? Ну, все. Ты знаешь о том? О том ям? О том ям знаю. Что пить нельзя? Как кто пьет? Так ты не пей! Мы-то не пьем. Мы-то вообще все не пьющие. Это ты начал об этом писать? Значит, пьющий ты. Все понятно. Гадости мне говоришь всякие-то. Я вообще ни слова не сказала плохого. А королева не может пойти куда хочет, когда ей 90 лет с королевой. Да я... Вы угораете? Даша, ты можешь пожертвовать... Ферзем, если тебе через один ход противник сделает ошибку, и ты поставишь мат. Ну, там, смотря сколько у нас этих пешек. Если у него пешек меньше, то, в принципе, можно пожертвовать. Но смотря еще, что я возьму взамен. Ну, там, типа, если у меня пешек... Ну, нет, ну, те же... Ну, там... Ну, я же не в первом ходу же ведь пожертвую, ты чё? Ну, конечно, пожертвуй, ты чё, если через один ход противник сделает ошибку. Ну, а Яси не сделает. Так вот. А сколько осталось торта? Продай кусочек. Ой, ну мне там еще раздавать 7 его, я думаю, не хватит уже. Сидим про шахматы разговариваем. Летает человек, говорит, что пить нельзя. Реально. Чё, не без воды? Ну все, все, теперь нельзя. Неважно, пешки дашь, главное заставить совершить ошибку, чтобы поставить один матч через один. Ладно, 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 ладно.
Я 3 дня всего лишь в шахматы играю. Что ты от меня хочешь, я вообще понять не могу. Так обсуждать. Вот я не знаю, вот я вот говорю 3 дня. Вот 3 дня только, типа, вот я там какие-то азы знаю, они уже там начинают. Что такое Кэнди Бобер? Ну или там какие-то еще такие слова. Ну вы угораете, я откуда должна такое знать? Я же просто. Я для себя. То есть, если я. Угу. А, время идет. Ты вчера. Ладно. У Даши тренеров набралось капец реально. Шахматы не линейная игра и не числовая. Это тактика стены, зажми противника. Я вообще-то... Ты на мой чат в ТГ не подписан. Я туда скидывала скрин со своей шахматной игры, где там просто остался один король и одна пешечка, и я просто короля вот так зажала. Ему пришлось проиграть. Смотреть нельзя, купить нельзя, скам. Так я уже съела почти все, что там. А ты можешь посмотреть в ТГшке? Ну там, конечно, он такой, он более-менее симпатичный, сегодня он был вообще так себе. Я тебя научу играть в шахматы. Я одну катку уже отыграл. И проиграл, да? На 5 не пошел. Король, получается. О, спасибо за фоллоу. Ну почему король сейчас сливчик? Ну просто. Ну так получилось. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Запомни это. Я буду самым сильным. Хорошо. Я не люблю математику, мне физика нравится и химия. Ё-моё. Ё-моё, физикса. О, ё-моё, сходка физиков, что ли? Ой, я вообще гуманитарий. Зачем тебе шахматы? Ну просто, мне нравится. Ну я хочу быть. Играть. Быть, блин. Ну шашки это чё? Шашки это детский сад. Это всё не для меня. Ну не учись. Тебя же никто не заставляет. Спасибо за фоллоу! Тут. Вообще мне надо так-то уже начать учиться? Не думайте. Я не учусь. Ну, поздравляю тебя от силы сердца тогда. Шахматы вам. Чё ты несёшь? В дурака хорошо. Дурак онлайн? Конечно. Так. От шахмат морщинки появляются. Ну? Тебе какая фигура больше всех нравится? В шахматах? Королева, конечно. Поэтому и говорю, если ты гуманитарий, ты будешь в будущем очень хорошо домохозяйкой на... Господи. Какой-то Сергей сидит и выпрашивает у какого-то... У нашего Ким Чи. Что это такое, Сергей? Иди отсюда. Зашел такой. Нормально? А может мне тоже зайти кому-то такая? Блин, задонать мне позже. Задонать. Ну, вот так сидеть. Что это такое? А можно мне лицо отправить? Давай. Судя по тому, как она зажимала королев с пешками, у нее будет не вилла, а несколько замков в районе Лондона. Да нет, нет, нет. А что, так можно было? Ну, походу, да. И ты мне не отдашь кусок. Ну, блин. Ну, блин. Ну, я маме оставлю. Мама дороже. Прости, я занят. Мама дороже. Еще бы сестре оставила. Сестра уехала в город. Кто тебе дороже, я или мама? Мама. Опа, рассвет.
А где закат 002? Я свою родню уже 3 года не видел, вот. А кто тебе дороже? Я? Или мама? А? Ну-ка. Ну-ка. Закат приходит после рассвета. Ты? Ну чё? Угорайте. А мама уже нет, не пробовала. Так я ж только что его открыла, вы чё? Только что распаковку сделала. Ну как распаковку? Ну типа распаковку, можно так сказать. Только что достали. Да не достали. Ну как, не распаковка, а как? Типа я с холодоса открыла, показала вам, свечку зажгла, села. В МСК на каким... Я только на одном концерте была. Только на одном. И то только на одном. Это, ну, не концерт, это клаб-шоу, но я была только на одном у этого Бульвара Депо. Я думаю, торт маме отдашь. Ну, да. Мне не хочется, да, ну, не едь. Температура, не знаю. Нарцисс тщательно. Ну, как же мышца под правым глазом не опускается, бровь аж стоит. Чё, она висеть должна, что ли? Ладно, всё. Я уже заканчиваю, уже 1 000 000 лет. Я заканчиваю своё телевидео-радиовещание. И пойду... учиться. Вот. Пойду учиться. Буду учиться. Ой, пока, мужики. Вот. Вообще. Мне сказали, в вуз поступишь. Вуз это типа, ну, выйти удачно замуж. Ну, что-то я вообще никак. Вообще никак. Учусь, сижу, блин. Ну ладно. Так мне и надо. Вот. Продолжение в ТГ. Пообещай, что будешь больше учиться. Ну, нет. Не буду обещания давать. Ладно, все. Подписывайтесь ко мне в ТГшечку. Вот, друзья, товарищи. Обязательно. Там торт у меня более-менее симпатичнее. Тут он вообще... Зато он вкусный. Вот. Добрых снов. Чего? Какой снов? Ты что? 2 часа дня. Что, не уходи. Пожалуйста, только один трек. Смотрю, спать хотите. Да нет, спать не хотим, просто... Я не знаю. Просто такое. Я только проснулся, она уже офает. Ну, я тут уже как бы 2 часа. Как бы мне надо бы, знаешь ли, это того, учиться. Учиться вот так вот. Вот. Я жениться буду не раньше, чем Даша. Будет 23 года, сколько мне будет, не знаю. Иди. Что? Ты... Ой. Я думала, там что-то важное. А этот вот... Стой! Тихо! Иди. Вот это что? Зачем это? Все завтра на пары? Нет, по-моему, завтра не надо. Мне надо 9-го, но, по-моему, 9-го у нас пар не будет. Ну, как нам препод сказал, возможно, будет, я не знаю. Возможно, он нас вообще обманул, сказал, ой, не будет пары. А потом такой, а почему никто не пришел? Вот. Так что надо будет уточнить. Вот это такой рассвет 2 часа дня. Ну, все завтра на... Угу. Все, давай. Все. Стрим с пары. Нет. Что? Нет, все. Давайте. Заканчивай свой телевизор ради вещания. Всем удачи, счастья там. С праздником. Все, я пойду.
Всем пока-пока. Пока-пока-пока. Пока-пока-пока.